Делегаты Корейского университета прибыли в КФУ для знакомства с инфраструктурными возможностями вуза в сфере автомобилестроения и робототехники, а также встретились с ректором Ильшатом Гафуровым. Встреча состоялась на площадке Инженерного института КФУ в Казани. Ректор КФУ лично представил площадку делегатам. Пока что речь идет о создании совместного центра компетенции в области автомобилестроения и автомобильного дизайна. Соответствующие договоренности были достигнуты в августе 2017 года, когда КФУ посетил президент университета Кукмин господин Ю Чи Су. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.